Именно здесь, на дороге номер 203 в сторону 4-го КП в ночь с 31 марта на 1 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте. Водитель второй машины получил телесные повреждения в виде ушибов конечностей. После осмотра врачами был отпущен домой. Версию озвучивать я не буду, потому что по данному факту проводится соответствующая процессуальная проверка, и при ее проведении будут выяснены все обстоятельства произошедшего и будет принято окончательное процессуальное решение. Предполагают, что возможная причина аварии – лысая резина на колесах. Водители раньше времени переобули свой транспорт и не посмотрели на значение столбиков термометра. Погода какая изменчивая. Сегодня вот уже ночью было минус 3 градуса мороза. Были осадки в виде снега. Небольшой накат был. Поэтому перебываться еще рано. Нужно ездить на зимних, либо шипованных шин, либо в простонародье тех, которые называют липучками. Вот, беречь себя, свое здоровье и здоровье других участников дорожного движения. Также Александр Косенков отметил, что в городе введен режим повышенной готовности с соблюдением особых карантинных мер и условий. Запрещается покидать места самоизоляции, кроме обозначенных причин. Ходить в магазин и выгуливать собаку не дальше 100 метров. Вот в данном случае все участники дорожного транспортного происшествия, они самостоятельно, без какой-либо причины, покинули места своего проживания, места своей самоизоляции, что и явилось в данном случае одной из причин совершения дорожно-транспортного происшествия и вот наступления таких вредных последствий. И я призываю наших горожан все-таки исполнять указ нашего президента, указ нашего губернатора, оставаться дома по месту своего жительства, беречь свое здоровье, свою жизнь, здоровье и жизнь своих близких. Не надо без надобности выходить на улицу, садиться за руль автомашины, какой бы она у нее ни была, и по какой-либо причине переезжать по улицам нашего города, участвовать в дорожном движении. В дни карантина Александр Косенков уверил, что сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.